Южная и Северная Корея не смогли достичь прогресса на переговорах. По данным международных агентств, представители КНДР потребовали перенести совместные военные маневры Республики Корея и США и провести их после встречи семей, разделенных Корейской войной. Ответная реакция Сеула на это предложение неизвестна. После трехчасового первого раунда главы делегации провели отдельную встречу. Ее детали не разглашаются. Отмечу, переговоры на таком уровне состоялись впервые за последние 7 лет, а также с момента вступления Пак Кын Хе в должность президента Южной Кореи.